Любовь к магии и деньгам могут обернуться уголовным делом для цыганки. Полицейские задержали даму по подозрению в мошенничестве. Она могла обмануть трех девушек. Как все происходило это? Погадала юная цель. По предварительной версии, эта женщина для своих обрядов использовала сырые куриные яйца. Причем действия дамы впечатляли потерпевших, после чего они были готовы расстаться и с деньгами, и с украшениями. Не исключено, что задержанная могла использовать и гипноз. Задержана неработающая, ранее судимая жительница Новосибирской области, совершила 3 эпизода мошенничеств в отношении молодых девушек в возрасте от 16 до 22 лет. Похитила у них денежные средства и золотые изделия общей суммой 100 тысяч рублей. На даму завели уголовное дело. Также служители закона ищут тех, кто еще мог пострадать от действий этой женщины.